Во Владивостоке Приморский краевой суд огласил приговор 14 гражданам КНДР, которых обвиняют в нападении на пограничников. 12 из них были признаны виновными, но отбывать срок придется только двоим. Остальным 10 в счет наказания зачли время, проведенное под стражей. Еще двух граждан суд оправдал. Напомним, речь идет об инциденте 2019 года. Тогда в исключительной экономической зоне России в Японском море были обнаружены 2 северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна была задержана, а экипаж второй совершил вооруженное нападение на досмотровую группу. 80 моряков из КНДР были задержаны. Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело.